что ж, доброго времени суток, с вами снова Алиус, и это Star Citizen, как всегда. Сегодня у нас миссия, причем миссия немножечко нелегальная. Вот это вот персонаж, который ее выдает, вот она. Мы уже взяли миссию. Миссия оплачивается очень хорошо, ну, потому что она небезопасна и так далее. У меня вот новый прикид, два автомата разных. Там что-то вроде винтовки и просто автомат. Так вот, миссия очень хорошо оплачивается, по-моему, 14 тысяч. Суть в чем в этой миссии? Нам нужно будет прилететь в Security Depot, Хёрстон 1. Это такой пост, как бы аутпост под землей, где находится куча сотрудников охраны, плюс там сервера с данными по преступлениях, то есть crime, вот эти вот статы туда записываются. Извините. Вот. И мы должны уничтожить всех. Все. Но я кое-что предусмотрел, так как это будет, так сказать, правительственная организация, туда проходить нельзя, никого стрелять нельзя. Естественно, мне будут давать crime stat. И специально для этого я купил специальное устройство. Оно сейчас у меня в кармане там есть. И это устройство взломщик вот этого сервера, который у них там находится. То есть я их уничтожу, выполню миссию, по идее так должно быть. И сразу же, если все удачно сложится, прямо на месте смогу очистить свой crime stat и опять стать, вот как сейчас, вот совершенно чистеньким гражданином. Ну что ж, осталось отправиться в порт. И тогда мы улетим. Кстати, да, я уже, может быть, говорил на прошлом видео, я вновь купил себе Aegis Avenger Titan. Уж очень хороший корабль, не мог не купить его. Он мне очень нравится. Уж теперь я точно его ни на что не променяю. Если только и буду, то новые корабли добавлять себе. Соответственно, скорее всего, за внутриигровую валюту. Так. Только так. Вот. Так что вот такие вот новости. Ну, мы сейчас как раз на нем полетим. Так что все будет окей. Так. Вот он. Мой Титан. На месте стоит. Все-таки он гораздо очень выгодная покупка, потому что, смотрите, если сравнивать с другими кораблями того же класса, ну вот и то же самое, ну может быть там они немножко дороже, но они того же класса будут. Здесь и погрузка хорошая, 8 ящиков влезает, по-моему, и плюс в том, что он и боевые качества имеет достаточно хорошие, плюс если навесить дополнительное оборудование, которое как бы купить, то он вообще еще лучше становится. Плюс здесь кровать есть. Ну, в общем-то, прям. И маневренность у него прекрасная. Очень удачный корабль получился. Я считаю, что это один из лучших. Конечно, я бы купил еще какой-нибудь себе классом. Допустим, чисто грузового класса. Что-нибудь. Я думаю, со временем как раз накоплю. Или, может быть, для майнинга проспектор какой-нибудь. Но проспектор — это хороший вариант. Я в прошлом видео показывал, как на нем майнить. Единственное, забыл купить насадки, которые улучшают ситуацию по майнингу. Которые позволяют нормально майнить. Вот. Так что вот в таком духе. Ладно, сейчас отправимся туда, на ту планету. Она, кстати, будет недалеко. Это спутник вот это Аркорпа. Мы туда отправимся и посмотрим, что там будет. Соответственно, опять пить герой хочет. Но сейчас уже не до питья будет. Попьем после миссии.
Ну, до не успел, ну ладно. Там, после миссии только тогда уже. Миссию выпил, точнее, миссию выполнил, можно и водички попить, типа того. Прекрасный все-таки корабль. Но он взлетает, кстати, шустренько достаточно. Хорошо скорость набирает. Итак, мы уже на месте. 7000 метров. Приближаемся. Видите, уже надпись... Private property, please leave. То есть сюда приближаться уже нельзя, по идее. Нас просят покинуть это место. Но мы не можем. Так. Вот. Нам говорят правительственные, нельзя сюда, убирайтесь срочно. А я их не слушаюсь. Вот тут вот турели стоят, я хочу их уничтожить, потому что они все равно будут стрелять. Рано или поздно. Вот они. Начали по мне тоже стрелять. Когда же цель появится? Сейчас они белые, а должны быть красные. Ну, вот они, все отобразились, только пока что дружественные. Странно, я... Так, все, краймстат дали, сейчас мне. Сейчас они должны красными стать. Ну вот. Все, я получил свой краймстат, и теперь уже отступать некуда. Надо уничтожать турели и пробираться в бункер. Вроде все, да? Все турели горят. Прекрасно. Можно садиться. Что-то я как-то криво. Ну что же. Ну что же, Avenger Titan прекрасно себя показал в простом полете, плюс небольшой бой с турелями. Это раньше, кстати, на Аврорке я пытался эти турели вообще... Они меня выносили, а не я их. Ну что ж. Теперь самая, так сказать, часть был бой в воздухе, теперь на земле. Мимо. Только что его видел. Теперь мне небось где-нибудь прячется. Вон он. Но это другой, по-моему. Так, попал. Еще вон там их двое.
Так, минус 2. Еще один пробежал мимо. Так, у меня осталось... Я уже 4, что ли, победил? А, нет, осталось 4. Значит, двоих все-таки. Надо продвигаться вперед, мне кажется. Вон. Нет, показалось, наверное. Ну что ж. Ага, так. Попал. Где он? Все. Так, сзади. Ой, блин. Вот это подстава. О, еще один. Сзади меня откуда-то выбежал. Ничего себе. Вон он один стоит спереди. Блин, ранен я хорошенько так. Надо лечиться срочно. Бабах, а где взрыв-то? Странно вообще. Ну ладно. Попробую подобраться к нему ближе. Куда же он делся? Их двое, получается, осталось. Один где-то здесь бегает, второй, скорее всего, внизу. Краймстат вон у меня какой уже. Мощный. А вот он. Здесь может он, кстати. Не, второго здесь нету. Ладно, один остался, он, скорее всего, правда, внизу находится. Ну-ка, гранатка их. Бах. Ну.
А вон он. Хорошая бронька у них. Ну все, еще один крайм добавлен, но при этом я выполню контракт. Что ж, теперь самое время отмываться. Вот здесь есть такой прибор. Датабейс. База, которая содержит все записи, вот эти crime stat. Мы ставим ту штуку, которую я вот купил, и взламываем. Теперь пошел взлом. Надо вот, чтобы на все вот эти вот кубики заполнились. Это жесть. Это очень долго, я вам скажу. Поэтому, если кто-то сюда придет с тем же самым заниматься этот, снимать crime stat, то это надолго. Вот. На каждом кубике бывают такие моменты. Вот смотрите. То есть нельзя отвлекаться, нельзя уходить. Нужно постоянно вот так вот, видите, там секунды идут, нажать продолжить. И так каждый кубик будет, скорее всего. Ну, последние два, может, и нет. Так, и когда все кубики пройдут, там еще нужно каждое вот это преступление, каждое, которое там записалось, вот так вот ждать еще, когда оно пройдет. То есть это не вот эти четыре краймстата, это еще плюс за каждое преступление, то есть сколько бы ты их ни совершил, там 10 будет, то надо каждое 10 все вот эти вот, все отмывать каждое отдельно. То есть достаточно длительный процесс. Я не знаю, может быть, есть и более хорошие вот эти вот ключи, которые ускоряют процесс. Ну, у меня вот такой, ну, я его купил на Левске. Так, вот один остался, мы отмываем и можем бежать. Все, логаут, выходим. Все равно надо выходить аккуратно, мало ли зареспавнились эти враги, мало ли как тут произойдет. Плюс, опять же, это место такое, что может быть кто-то захочет также отмыться, какой-нибудь пират, вот этот crime stat, и придется, он вряд ли будет рад тому, что ты захватил компьютер, он будет стрелять, естественно, чтобы себе забрать компьютер и пользоваться им. Так что контролировать ситуацию надо постоянно. Так вот, хорошая миссия, очень, так сказать, оплачиваемая. Это миссия из персональных, то есть появляется задание на встречу вот с этой вот девушкой, которая NPC, чтобы она выдала тебе вот эту вот миссию. Прилетаешь к ней, говоришь, она выдает эту миссию, и все, и можно выполнять. Есть, правда, похожая миссия, я как-то до этого брал, но она почему-то 8000 стоит, а не 14, как это. По-моему, это 14. Вот, и... Но она выдается без квест-гивера, то есть она просто появляется в списке заданий, можно взять. Так, наконец-то мы в корабле. Пока, конечно, рано расслабляться, но все-таки... Уже не в бункере. Попить надо. Наконец-то. Наконец-то можно попить. Как я говорил, задание выполним, можно будет попить водички. Наконец-то. Освежает вода, да? Прекрасно. Ладно, в корабле своем могу мусорить. Вон валяется бутылка. Потом уберу.
Все-таки свой корабль можно немножко помусорить. Ну что ж, можно наконец-то улетать с этой планеты. И радоваться тому, что удалось сделать. То есть, смотрите, я выполнил задание, хорошо оплачиваемое, но при этом получил Crime Stat. Получив Crime Stat, я заранее подготовился, купил ключ для взлома и также этот Crime Stat отмыл. То есть, если вот подготовиться заранее, эту миссию можно выполнить и также без краймстата улететь спокойно. Так что имейте в виду, миссия очень неплохая. Есть еще какие-то похожие миссии, но там я не смотрел. В принципе, миссия такая, скажем, пиратская, нелегальная, да. Это правда. Кто принципиально не занимается нелегальными миссиями в этой игре, тому она не подойдет, естественно. Но зато какой заработок. Ну и риск огромнейший. Огромнейший просто. Так что вот такие вот дела. Я думаю, на этом тогда будем заканчивать потихонечку. Следующие миссии какие-то или видео по Star Citizen не знаю, когда будут. Посмотрим. Хотелось бы опять что-то новое, типа вот как мы сейчас миссию выполнили, но... Все зависит от ситуации. Если выйдет новый патч, будет просто замечательно, будем его изучать. Ну так что ж, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, как хотите. Подписывайтесь или не подписывайтесь, проходите мимо. В общем, спасибо. Всем пока, до новых встреч и всего хорошего. Всем пока. Bye.